Доброе утро! Сегодня мы будем готовить бутерброд с авокадо и сыром. Для этого нам понадобится белый хлеб, сыр, авокадо и укроп. Берем хлеб, можно багет, можно батон. Вылаживаем на наши кусочки батона авокадо. Я его уже почистила, удалила косточку. Нарезала брусочками и выкладываем на хлебушек. Теперь поперчим. Укропчиком посыпем. Вот я его отставлю на тарелку. И сверху мы сыром. У меня сыр голландский. Этот бутерброд легкий, быстрый и даже полезный. И сверху посыпаем на наш бутерброд. Теперь их надо нам запечь. Ставим в духовку на 180 градусов на 15-10 минут. Бутерброды с авокадо и сыром готовы. Приятного аппетита!